Здравствуйте, друзья. Сегодня я сделал маленький проект «Бегущая строка Remote XY». И хочу показать вам, рассказать, как это работает. Давайте посмотрим сначала видео, потом FLPROC покажу все это. Итак, друзья, сегодня маленький проект сделал. Хочу вас познакомить, как можно при помощи Android-устройства вводить текст в бегущую строку. Тут у меня часы реального времени, показывает время, потом показывает вот эта рекламная строка, здесь можно рекламу вводить, и статический текст. Сначала дата 19.09.2017 год. Потом время. семнадцать часов пятьдесят восемь минут. И здесь уже рекламный текст. Сейчас, если отсюда вводим, вместо этого рекламы, вот это будет. И статический текст. Давайте попробуем вводить. Так, подключаемся. Но я хочу сказать, что это пока нестабильно работает подключение. Тут, видимо, надо будет транзисторный ключ сделать, чтобы нормально было. Тут я как революционный метод предпринимал, можно сказать. Поэтому пока не очень. Сейчас подождем. Да, подключился. Так, теперь вот какой-нибудь текст вводим. Вот, допустим. Хватит, я думаю. Так, теперь вот отсюда записываем этот текст. Кто здесь слышал, уже записался, отключаемся. Вот теперь должно уже там этот текст, который вводили. Вот уже текст поменялся. Вот то, что я набрал, вот этот текст вышел сюда. Вот статический текст, потом опять. Я хочу сказать, что здесь можно множество строк делать, очень много строк делать при помощи переключателей и отсюда вводить тексты множество количества. Я думаю, можно сделать. Это просто предварительный, вот так хотел показать, как это все работает. И еще здесь, вот на этом. То есть прошлое видео было про бегущие, тут это у меня переключатель стоял, отсюда я на вход там подавал сигнал, внутри отключил вот эту строку, это подключил, а сейчас не так, здесь через вот этот светодиод мигает, отсюда сигнал я туда подключил, то есть Android устройство еще не связан с Arduino, и когда переключаемся, вот допустим подключаемся, вот как связь установил, как перестает мигать, вот перестал мигать, сюда вот этот сигнал, там внутри Arduino признает и переключает. Здесь переключает, все, он уже переключил, бегущую строку отключил, сейчас подключит вот это. Но он, иногда я говорю, вот это плохо, тут надо, уровень сигнала маленький и плохо как бы подключается. Еще раз попробуем. Это еще этот сыро как бы получается, еще так, не до конца сделал как надо. Да, вот теперь подключится, теперь другой текст, давайте попробуем. Так. Ну, что там, какой-нибудь... Тут я заметил, что вот надо первоначально вот пробел ставить, а то иногда там этот какой-то вопросительный этот приходит.
Пускай будет там неправильно. У меня зрение плохое очень, и здесь вот на экране плохо я вижу, и много ошибок делаю и так, и записываем. Ну и отключаемся отсюда, и текст пойдет. Так, я думаю, вот можно эту тему развиваться. Здесь очень многие возможности скрываются вот в этих бегущих строках. То есть я так понял, здесь множество, количество вот строк можно сделать, что разные всякие параметры тут выводить на экран. То есть можно работать с этим. Так, здесь вроде все остальное на компьютере. Покажу, как это все работает. Так, теперь давайте схему посмотреть. Вот схема подключения такая. Здесь я про революционный метод хотел сказать. Так, я попробовал. Arduino не работает, если обе и этот, как его, remote XY вместе со строкой не работает. Поэтому я использовал метод там, как называется-то, сейчас скажу. Выполнение по условию. Выполнение по условию. То есть получается так, что если у нас строка работает, то remote XY не должно работать. Если remote XY работает, то строка не должно работать, что друг друга не мешать. Для этого прошлое видео у меня было тут переключатель. При помощи переключателя я там условия поменял, то есть отключил одну плату, другую включил. И как-то так все работало, но это есть момент такой. Допустим, строка находится где-то на недоступном месте, чтобы вот каждый раз туда этот переключатель не переключаться. Придумал вот такой метод. На HC06 Bluetooth устройство светодиод. Вот этот светодиод мигает. И я решил использовать вот это мигание для переключения. И то есть вот с Bluetooth устройства выход, вот это с правой стороны, снизу третий выход, это подключается к светодиоду. Здесь на выходе полусекундные импульсы идут. Вот здесь провод паял. И отсюда подключил к седьмому входу Arduino. И начинает, когда светодиод мигает, там ничего не включается. Как только связь устанавливается, там внутри переключает, подключает remote XY, по слове подключает. То есть физически мы подключаем, не программно, а физическим образом там поменяется, останавливается вот эта матрица, этот строки останавливается, и теперь вот это через Bluetooth устройство можно там это какие-то данные вводить. И здесь по поводу вот этой нестабильной работы, я думаю, что вот из-за этого здесь делитель напряжения должно быть для согласования логических уровней. Здесь логический уровень 3 вольта вот на этом, а здесь это 5 вольт как бы. И чтобы согласовать, вот такой надо на выходе TX Arduino, который к RX подключается. То есть напряжение надо уменьшить до 3,5 вольта, 3 вольта вот так. Но у меня так не было, прямое было соединение. Видимо, из-за этого там нестабильная работа. Но это надо попробовать. Так, вот это революционный метод такой. И здесь это матрицы 12 штук, вот таких на макс 72, 19, 12 штук подключил. Теперь давайте VFLPROC покажу, как это все работает. Так.
Теперь у нас первоначально ремонт XY отключено. То есть он работает по условию. Вот посмотрите, условия. Он может работать только тогда, когда на переменной R, вот переменная R у меня, true, то есть высокий уровень, когда на переменной поступает, тогда подключается remote XY, вот по такому принципу работает. А этот, а строка у нас работает, посмотрите как. Так, здесь условия, если вот R равно на фальш, то есть ну, нуля, низкий уровень. Наоборот, если здесь низкий уровень, вот это работает, там высокий уровень, тот работает таким образом. А это обеспечиваем вот таким образом. Я как уже сказал, на прошлом видео у меня переключатель был, просто на вход этот замыкал с землей и там уровень поменял. А сейчас уже с выхода HC 06, вот этот провод, который припаял, подключается к седьмому входу Arduino, и оттуда это мигание идет, вот импульсы полусекундные. Когда импульсы, вот здесь тон стоит, время, таймер стоит, у нас сейчас посмотрю, насколько поставил, миллисекунды, а что-то у меня обнулился тут таймер, на тут где-то у меня секунду стоял, надо секунды стоять. Ну, секунда стоит. Да, нет, побольше, 2 секунды должно стоять. То есть, вот когда здесь импульсы идут, на выходе 0, а здесь инверсия стоит, здесь единица получается. Что-то вроде это. Когда вот импульсы прекращаются, вот это здесь то есть в течение 2 секунд, если импульс не будет, то единица будет, здесь единица, здесь 0. Вот типа так, таким образом работает, и там переключение происходит. Так, теперь здесь, ну здесь уже FB-блок. RV6CM, вот сделал RV-блок, вот три входа, и здесь вот три строка. Третий у нас получается это статический. То есть если на этих входах вот текст 1, текст 2, текст 3, буляновский, единицу подавать, какой вход единицу подаем, тот текст и будет это показывать. Матрица. А когда третий будет, только текст будет статический, то есть не будет двигаться. Вот примерно так это все работает. Здесь переключения там всякие, но это уже подробно не буду рассказывать. Здесь вот remote XY, там один вход, два выхода. То есть оттуда мы вводим текст, вот текст сюда подходит как бы. Вот текст 2 где. И здесь появляется текст. Когда мы кнопку нажимаем, здесь высокий уровень. И там где-то у меня это сохранился. Тогда здесь. То есть, когда текст набрали, потом здесь на запись, эту кнопку нажимаем, здесь высокий уровень, это записывает на переменную. И таким образом, вот то, что записали, после как мы отсоединяемся от Arduino, вот этот текст уже, который записали, тут еще необходимо как бы все это на энергонезависимой памяти сохранять. Я пока не знаю, как это, я строки никогда не сохранял, как бы, ну, как сказать, я недавно занимаюсь Arduino, еще до этого не дошел, как бы. Ну, наверное, какой-то способ должно быть, посмотрю. Если так будет, это отлично будет уже. И кроме того, я думаю, можно массив сохранять всякие вот готовые фразы, если надо вот через remote XY там этот поменять, то есть переключить то, что надо. Ну, примерно так, но здесь что-то я... Надо еще посмотреть здесь, почему у меня на нуле стоял, это я еще раз проверю, что-то не понял. Может, когда сохранил, там что-то.
что-то не так. Так, вроде здесь все. Так, схема и скетч у меня будет на сайте, можете скачать, попробовать. Спасибо за внимание, до свидания.